И к другим темам. Муниципальные и республиканские СМИ должны работать по новым правилам. Об этом говорили на совещании по вопросам освещения социально значимых тем и деятельности органов власти. Как отметили на встрече в газетах и на телевидении, нужно показывать не только жизнь тружеников, интеллигенции и проблемы в сфере ЖКХ. Журналистам населения необходимо публиковать материалы об основных направлениях работы руководства республики. Проблемы и задачи журналистов обсуждаются не в первый раз. Такие совещания будут проводиться до тех пор, пока муниципалы не станут частью единого информационного поля Дагестана и страны в целом. Муниципальная пресса, как таковая, не может быть лоскутным одеялом, рассчитанным только на свое село, на свой район. Безусловно, преимущество ее в том, что она прежде всего отражает ситуацию на месте, рассказывает о тех людях, которые живут рядом, о проблемах села. Это первое, что должна делать газета и каковы ее задачи. Но искусственное сужение своих задач прессы, задач информирования, задач воспитания, задач воздействия на позицию читателей, актуализация каких-то проблем существующих не только в этом селе, а шире, в районе, в республике и так далее. В выступлениях руководителей республиканских СМИ тоже прозвучало желание наладить более активное сотрудничество с коллегами из муниципалитетов. По их словам, сегодня не все используют этот ресурс. Особое внимание уделили и качеству предоставляемых материалов. Повышением квалификации журналистов займутся крупные республиканские телекомпании РГВК и ГТРК. Хотелось бы от вас услышать, что мешает нам выполнять вот такую постановку вопроса. Потому что, когда мы поймем общие проблемы, нам легче сформулировать их, поставить перед руководством республики. Потом очень хотелось бы, чтобы вы предлагали какие-нибудь инициативы, которые или обменялись опытом здесь.